Таразе появятся малые индустриальные зоны, где для бизнеса будут предусмотрены низкие льготные тарифы на аренду. Об этом сегодня сообщил заместитель директора по экономическим вопросам Палаты предпринимателей Жамбылской области в ходе брифинга службы региональной коммуникации. Для создания таких зон, где уже будет развита инфраструктура, а тарифы на аренду низкие, представители областной палаты предпринимателей посетили производственные предприятия области и провели анкетный опрос. В результате выяснилось, что на сегодняшний день бизнес при открытии новых производств испытывает потребность в свободных площадках, транспортной доступности и наличии коммуникации. Выходом из данной ситуации может стать размещение производственных мощностей в пустующих помещениях, которые на балансе коммунальной собственности или же залоговое имущество проблемных заемщиков банка второго уровня. На сегодняшний день в области планируют создать малые индустриальные зоны, где будут сосредоточены предприятия легкой промышленности, к примеру, изготовление продуктов питания или фурнитуры. На сегодня уже около 13 заявок от бизнесменов было подано в областную палату предпринимателей. В конце сентября будет открываться малая индустриальная зона, второй в разработке. Я также могу сказать, что заинтересованные предприниматели есть, которые готовы обустроить помещение под малые индустриальные зоны. Они нам говорят, вы скажите, вот скажем, 2000 квадратных метров, какую сторону под пищевку, то есть пищевую продукцию, под какую там фурнитуру, другие там под швейные.